Более 5 миллиардов 700 миллионов рублей из бюджета всех уровней в текущем году направят на обновление дорог Алтайского края. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев. В России стартует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он рассчитан до 2024 года. Уже в текущем году запланирован большой объем ремонтных работ. На территориальных дорогах мы должны выполнить объем работ порядка 900 километров дорог, привести в нормативное состояние, что нам позволит с 38% дорог, соответствующих нормативному требованию, уйти на 39,4%. Этот показатель у нас утвержден и согласован на федеральном уровне. В рамках Барнаульской агломерации мы должны с 63,4% дойти до 68,7%. За несколько лет в нормативное состояние необходимо привести 85% дорог Барнаульской агломерации и не менее половины всех региональных дорог. В этом году работы будут вести не только в Барнауле и Новоалтайске, но и на территории Бийской агломерации. Также благодаря реализации федеральных проектов почти втрое должна снизиться смертность ДТП.